Несчастливое число. Это выставка 13-я по счету. Бутоны распустились в то время, когда жители всей страны соблюдают режим самоизоляции. Самоизоляция самоизоляцией, а весна по расписанию. В Никитском ботаническом саду стартовал парад тюльпанов. Однако в этом году между куртинами безлюдно. Тем не менее, мы попробуем насладиться праздником весны. И единственное, что не удастся передать нашей творческой команде, это того аромата, который разлит в воздухе. Еще 4 века назад за редкий сорт этого растения голландцы были готовы отдать целое состояние. Вот бы они удивились, окажись среди самой большой коллекции тюльпанов в Восточной Европе. 100 тысяч луковиц высадили в грунт ранней весной. Рассмотреть задумку ландшафтных архитекторов можно только с высоты. Цветные пятна складываются в силуэт старинной розы, одного из символов ботанического сада. Тюльпанами в Никите занимаются без малого 2 века. Адаптируют импортные сорта и выводят собственные. Ученые утверждают, что этот цветок должен расти в каждом крымском дворе. Ведь недаром полуостров – родина этой культуры. Больше 250 садовых форм растения. От карликовых до крупноцветковых. Половина – отечественные. Селекция тюльпанов – дело не скорое. Между завязью семени и цветением может пройти до 7 лет. Поэтому самое главное, чем должен вооружиться ученый-агроном, это терпением и умением сдерживать свое любопытство. Ведь никогда не знаешь, какое чудо природы получится в результате скрещивания попугайного тюльпана с густомахровым. Вся эта цветочная феерия гастролирующая. Фонд хранится в поселке Новый Сад под Симферополем. В Никиту луковицы привозят в феврале, а после цветения увозят обратно. Как только цветок завянет и листья начнут усыхать, самое время выкопать луковицы. Их нужно высушить и хранить в темном месте до следующей весны. Тюльпан – одно из наиболее благодарных растений. Чем трепетнее уход, тем пышнее цветение. Выставка 2020 виртуальная. Впервые она проходит на сайте Никитского сада. Здесь можно выбрать и цветочного генерала – самый яркий сорт. Насладиться торжеством весны теперь можно будет прямо с экрана. Серия роликов о параде тюльпанов будет транслироваться на главном канале республики. Мы работаем для вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас. Александр Ткачев, Александр Волконский, Иван Ковалев. Утро нового дня.